Всем здравствуйте, дорогие друзья! С вами Герман, и я вновь вернулся на канал после долгого перерыва, когда был на сессии. И все, наверное, сразу же задаются вопросом, почему он вернулся на канал и снимает какую-то другую игру, а не рыбалку, когда обещал рыбалку. С рыбалочкой хочу пока повременить, честно скажу. Сейчас работы очень много и дома, и то есть как бы на работе. Надо сейчас заняться именно чем-то таким крутым, то, что хочет душа. А душа именно хочет АФК-арены. Почему так? Потому что в последний день уезда назад к себе домой я скачал эту игру и что-то реально на нее подсел. Игрушечка действительно стоящая и стоящая своего внимания. В игре у меня уже есть своя гильдия. И в гильдии уже 40 человек. Гильдия у нас скоро будет 4 уровня. То есть гильдия растет, люди играют, все у нас красиво и все хорошо. Вот эти кнопки, это у меня конфигурация кнопок стояла изначально. Я думаю ее убрать, так как она здесь не нужна. Здесь прекрасно все управляется мышкой. В чем суть этой игры, дорогие друзья? Я просто сейчас хочу сделать такое вводное видео. Если вам это все понравится, вам понравится сама игра, я буду снимать на нее тоже, потому что играть я в нее хочу. Она меня затянула, она мне понравилась. Об этом, наверное, мой может сказать 59 уровень. Здесь, как и в любой игре про арены, про героев, у вас есть герои, которых вы собираете. У меня даже есть легендарный герой. И вы мочитесь на арене. К примеру, как это выглядит, могу сейчас это показать. Вот так вот начать. Но самое главное этой игры, фишка в том, что герои фармят АФК. Так, а что у меня так медленно? Что идет махич? Вот. Включаем автобитву и все. И жара у нас, естественно, пошла. Жара у нас пошла по полной. Но, правда, что-то подвисает. Но это, скорее всего, наверное, из-за моего интернета. Небольшие такие лаги. И подвисания идут. Ну ладно, ерунда. Что-то мне стало интересно, начал копаться, почему подвисает, но подвисает даже без записи, поэтому, скорее всего, либо это подвисает Blue Stars, его надо обновить, либо это у меня из-за интернета, потому что пинг у меня очень, то есть интернет сейчас плохой. Ну, ничего, я думаю, с интернетом у меня есть парочка идей, как можно разобраться, и будет все хорошо. Вот, в принципе, у вас вот так вот 5 героев, я все поставил на авто, вы можете сами им способности нажимать в ручном режиме, но я как бы поставил на авто, потому что автоматически мне как бы больше нравится. Вот этот вот, так сказать, участок я не могу пройти, не могу дальше продвинуться, мне не хватает мощи моих героев, но в дальнейшем это все будет good. В чем же прикол? Прикол в том, что вам не нужно сидеть и на одном этапе постоянно долбить, 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 чтобы заработать золото. Как это есть в других, в основном, играх такого жанра. Вам это делать совершенно не нужно. Это огромный плюс, просто великолепный. Здесь герои фармят сами вам, пока вы АФКшите в этот сундук. Фарм идет 12 часов, после чего он останавливается. То есть собирать награды советую 3 раза в день, кто будет играть. И вы всегда будете при золоте. И всегда у вас будет опыт на героев. Опыт — это, кстати, важная тема, потому что вы ими прокачиваете своих героев. Сейчас вот смотрите, я не могу дальше его прокачать. 120 — это максимальный на элитном плюс. Его надо возвысить. Этого героя возвысить, и тогда можно будет прокачать еще выше. Но пока нечем его возвышать. Пока вот так. Ну вот новые шмотки как бы появились. Что есть здесь еще? Есть здесь друзья, которые кидают вам сердечки. Сердечки, алмазы, все это круто, все это есть. Есть воины гильдии, где моя гильдия участвует. И у меня, кстати, на данный момент 2 звезды, то есть мы уже 2 раунда выиграли. Если мы выиграем еще 3-й раунд, это будет просто вообще великолепно. И будет реально круто. Посмотрим, как пойдет. По наградам, ну, за раунд, естественно, получаем золото, ну, немного, и получаем свитки. Будем смотреть, если мы все-таки выиграем одну войну гильдии, то будет круто. Вот в 3-м раунде я не смог вообще подняться на какое-либо место. Противники очень сильные, я пока слабенький. Донат есть, донатить можно, но я не сторонник доната. Поэтому вот так.
Что здесь еще есть? Храм Вознесения, где вы возносите своих героев, естественно. Тут все, думаю, понятно. То есть собираете тут вот трех каких-нибудь героев. Вот эта фракция у нас, блин, вот, кстати, зафоршмачил, не помню, какая фракция. Вот это свет, а вот это не помню. Ну, короче, вы помните, поняли. Собираете, это могила рожденная, одной фракции героев, и можно возвысить, если, то есть, как бы, у вас есть они. Резонирующий кристалл, интересная штукенция. Если у вас вот у вас есть элитная команда героев, которыми вы играете, вы сюда самый слабый уровень этого героя, к примеру, сотый, вы сюда можете загрузить любых героев из вашей коллекции, и они также будут сотого уровня. Зачем это нужно? Чтобы проходить приключения, чтобы как-то менять, играть, связки какие-то делать интересные, прикольные, и также прокачивать его как основного персонажа за место какого-то из этой пачки. Это очень удобно и очень хорошо. При том, что вот эти вот штучки, шарики, не помню, как они называются, честно скажу. Так, резонирующий, так, кристалл. Вот, кристаллики. Они добываются точно так же в АФК. Все круто, ребята. Но покупка героев. Рандом, все жалуются на рандом, очень плохой рандом, вот-вот-вот, все плачутся. Ну, ребят, рандом везде есть рандом. Сегодня повезло, там не повезло, там повезло. Поэтому здесь уж простите, плакать, что рандом прям очень хреновый, не нужно. Нужно просто играть, немножко терпения, и все будет. Я уже потратил около, наверное, 35 тысяч алмазов, чтобы открывать сундуки. В итоге мне не очень много выпало полезных героев, но это ничего. Сейчас я коплю алмазы, коплю свитки, коплю сердца. За 100 сердец 10 героев вытягиваем. За 10 свитков тоже 10 героев. И потом мы вытягиваем за алмазы еще. Так, а где за алмазы? Не могу найти. Что-то как-то я потерял, где за алмазы мы. Или пока убрали алмазы. А, за алмазы, когда закончатся сердца, дальше будем вытягивать за алмазы. Вот, я забыл этот момент. Сначала за сердца, потом уже будет открыто за алмазы. Потом, когда вы вытягиваете вот героев, смотрите, да, вот вытянули 100 героев общей сложности, вам дается одна карта, и вы можете вытянуть одного фиолетового героя из какой-то фракции. Громилы, Могилорожденные, Дикари и носители света. Вот они громилы называются, знаешь, говорю, забыл. И вам оттуда выпадает рандомный фиолетовый герой. Это, кстати, хорошо. И многие люди бесятся, что им выпадают ненужные герои. Тут тоже рандом, поэтому как бы не стоит сильно прям так печалиться. Есть, кстати, магазин, где вы можете, то есть, купить за алмазы какие-то вещи или там еще что-то. Но тут совет сразу могу дать. Вещи можно покупать только легендарного снаряжения за алмазы. В противном случае ни на что больше вы их не тратите. Это все, вот это все хлам. Только вещи легендарного уровня стоят вашего внимания. И то, смотрите, действительно ли они этого стоят по характеристикам, по дефешки, которые они вам дают, то есть все вот это вот. Также есть старая повозка, которая расщепляет ваших героев, распыляет на кристаллы и потом заново собирает. Ну, то есть вот такие вот детали всякие есть. Библиотека тоже очень интересная штука, но о ней можно поговорить потом. То есть союзники, они вам помогают в выполнении заданий. Вот тут вот здесь, на доске. Но об этом все потом, потому что это такая вводное, так сказать, видео. Если вам будет очень нравиться, я сделаю еще несколько видосов по этой игре, но я очень хочу, чтобы вам понравилось, потому что игра меня затянула, я хочу играть, хочу найти себе интересную команду для игры и играть с этими людьми в эту игру, то есть чтобы было все очень интересно и круто. Поэтому, надеюсь, многим людям это понравится. Также, естественно, тут, когда вы делаете различные задания, вам даются очки VIP, которые прокачивают вашу VIP-ку. И чем больше VIP-ка, там вам идет бонусы. Все, в принципе, зарабатывается игровым путем. Я вот даже говорю, играю где-то уже, наверное, недели две, и мне 2-3, вот так, чтоб не соврать,
И мне пока нравится. Пока нету такого, что я должен прям напрягаться там очень сильно в игре или что-то еще. Гильдия, собственно, все круто. В гильдию пока, естественно, не смогу взять. Когда апнем уже четвертый уровень, повысится немножечко, то есть на 5 человек. И все подписчики, которые будут играть, ну, пока, то есть 5 человек смогу взять. Но и то даже не 5, уже два друга просятся, но не могу взять с реала, поэтому остается только 3 места. Может быть, кого-то изгоню, кто будет неактивен, и тогда еще место освободится, как бы возьму тоже человека. Пока, в принципе, вот так вот у нас все строится. Все, вот этого, в принципе, можно уже типка изгонять. Он уже как бы 4 дня, это уже все. Кубков у него нет, значит, он ничего не делает. Вот. Всем спасибо, дорогие друзья, за внимание. Кто посмотрел, можете подписаться на канал, также поставить большой палец вверх и написать в комментариях. Также можете написать в комментариях колоды. Какие герои самые крутые, не крутые, какие вы считаете комбинации офигенные. Герои, скажу, героев много. Самый лучший герой это вот эти вот герои. И из них надо строить самые крутые комбинации, которые только есть. Вот это герои не очень крутые, но ими тоже, как кстати, можно играть. Из них я бы порекомендовал вампира, он очень хорошо гасится. Вот этот пес такой неплохой может завалить врага. Девочка вот эта очень хорошая, она прям меня спасает очень сильно, у нее массовый урон хороший, огненный. И еще бы я порекомендовал вот эту вот девчонку. Она тоже сильная, но пока я сильно не разобрался в ее способностях, но ее порекомендовал. Вот этот вот мужик-среднячок. Но как танк на начальных уровнях, вы его никуда не деваете, прокачивайте, оставляйте, он тоже как бы будет неплохим подспорьем в начале. А потом, естественно, вы его замените. Потому что, как я считаю, должно быть два танка. Вот это самый идеальный танк, его никогда в жизни, если у вас такой есть, никуда не девайте, он у вас будет люций. Это мужик просто бомба, просто танк, мега жесткий танк. Вот, ну все, всем спасибо за внимание, оставляйте свои комментарии, отзывы, с вами был Герман, удачного всем дня, с праздником, прошедшим 9 мая, и всем плюшечек, пока-пока!